라디오 산지라 Этот голос узнают миллионы. Каждый день на волне 103.3 бишкекчане слышат любимых ведущих, артистов и дозваниваются в студию радио Санжира. И так на протяжении 6 лет. Албетте угармандарды байланыштырып алдагы вакыттарда бирге болобуз. 777-98 стандарттары байланышка чыксаңыздар болот. В 2011 году состоялся первый и, пожалуй, самый ответственный эфир радио Санжира. День независимости страны в тот год кыргызстанцы праздновали под аккомпанемент лучших хитов отечественной эстрады. Сегодня свой день рождения одна из ведущих радиостанций страны отмечает в эфире. Праздник разделили с близкими друзьями. Теми, кто на протяжении всего времени с момента открытия радиостанции делил с ведущими минуты эфира, отвечал на вопросы слушателей и ежедневно дарил стране хорошее настроение. Все наши поклонники в основном слушают радио Санжира. Мы, люди искусства, от всего сердца творим музыку, песни, которые будут затрагивать сердца людей. Конечно, радио Санжира своей работой вносит огромный вклад в развитие искусства. Оно связывает нас с нашей аудиторией. На волнах радиостанции миллионы людей слышат наши голоса. Санжира проделывает очень большую работу, и именно поэтому их слушают и любят. В студии радио Санжира всегда теплая и уютная атмосфера. Здесь каждый очень важный и желанный гость. В качестве подарка ко дню рождения в прямом эфире артисты исполняют свои лучшие музыкальные произведения. И так практически 24 часа. Круглосуточно радиодиджеи выходят на прямую связь со своими слушателями. Передают приветы, поздравления и проводят различные интерактивы. В течение 6 лет Санжира разработала и выпустила несколько очень масштабных проектов. Так, например, одна из самых популярных программ на нашем радио – «Джергылчак». С 8 до 10 утра в ней затрагиваются темы политики. Мы будем страну важной и всегда актуальной информацией. И все это в прямом эфире. Слушатели очень довольны. Наше радио не раз удостаивалось высоких наград. Но самое главное – признание миллионов слушателей. За время существования радио Санжира проделан колоссальный объем работы. Наполнение эфира достаточно разнообразно. В течение всего дня на волнах радио можно услышать авторские программы, а ночью подборку уникальной музыки. Однако останавливаться на достигнутом радийщики не намерены. В планах еще больше интересных проектов, больше музыки и еще не одно грандиозное празднование дня рождения. Сабина Дамаскина, Ирлан Кемельбеков, НТС.